Друзья мои, добро пожаловать, это Fallout Shelter. У нас много интересного вышло, и все это я сегодня хочу вам показать. Перво-наперво, у нас появилась смена дня и ночи. Теперь вы видите звезды, ночь, и это, я считаю, очень хорошо. То есть теперь, по крайней мере, хотя бы жизнь есть не только в убежище, но и за его пределами. А также у нас добавилась возможность строить новые комнаты. Так, сейчас немножко пофармим, что у нас тут осталось. И я покажу, что есть. Мне самому интересно, потому что я еще не смотрел обновку, только сейчас зашел. Давай заберем это дело. Оу, сколько добра, сколько крутых ништяков можно тут забрать. Котейка, смотри, какой няшный кот. Меня переполняет счастье, но не волнуйся, я не лопну. Хорошо, не буду волноваться. Идем дальше. Так, неженцы, это все надо собрать. Слишком много жителей, Олежка, чтобы ты мог всех тут приютить. Ты не мать Тереза, всем помочь не получится. Так что идем дальше. Вау, а что это за значок такой? А, смотрите, теперь у нас какая-то Rage One, и я так смотрю, что она у нас как бы беременная, там показан значок маленького пупсиша с соской во рту. И что? Дайте имя ребенку Барбара Дэвид и гордые родители Рэйчел Райт. Чудненько. Но у нас уже негде, собственно, тут жить-то. У нас на самом деле все очень плохо в этом плане. Так, окейушки. Много нового на самом деле. Мы сейчас будем это все проверять. И, как я уже говорил, начнем с вами со строительства. Это дело я убираю. У меня не так-то много денег, чтобы так баловаться уборками. Да готово. Что же вы нам добавили? Давайте смотреть, что-то по идее должно быть закрыто. Оружейная мастерская. Открыть комнату. Поехали. Стоит это дело 800 коинов. Отправьте жителей сюда, чтобы создавать оружие. Давай сделаем. И, как вы заметили, ставится сразу три блока. Пора создавать предметы. Мы даем вам пару чертежей и хлам, из которого можно создавать уникальное оружие и костюм. И их множество других предметов нельзя найти, только создать. Такие уникальные предметы отмечены специальным особым значком. Оки-доки, вот еще один чертеж. Гладкоствольный карабин. Ни хрена себе. Еще один, смотри, кто у нас форма братства стали. Обалденная тема. Так, это дело мы забрали. И вот такая вот у нас появилась новая комнатуха. Здесь они собирают оружие. Пока что здесь царят крысы, но я думаю, что это ненадолго. Так, что вы мне расскажете, покажете. А кто нужен сюда? Оружейная мастерская, я так понимаю, что здесь, в принципе, это не то. Ее можно апнуть, но это стоит баснословных денег. У меня такого чуда-юда нет. Так, кого направить? Кто у нас филонит? Кто у нас отлынивает от занятий? Давай ты сюда иди. Посмотрим, как он будет, собственно, что делать. Так, брательничек, игра вроде пока на данном этапе не особо фризит. То есть более-менее плавность наблюдается. О! Так, два раза провибрировал телефон. Это значит, что теперь появился тайный незнакомец. То есть вы теперь точно осведомлены о его присутствии. Вопрос только в том, где эта жопа засела. Я его вряд ли так найду. Хотя, когда мы играли на дашном телефоне, я его реально видел. То есть удалось запечатлеть. Он появляется секунд на 10 и потом пропадает. Вау! Что у нас случилось? Я услышал мурчание. Надеюсь, что это не наша сыпочка. Наверное, ты джин, ведь ты исполняешь все мои желания. Блять, пудель! Пудель, какого хера? Какой красивый пудель. Сверху похож на барашка, сзади похож на какого-то непонятно кого. Так приятно думать о том, что мой ребенок вырастет здесь в убежище. Чудненько. Пудель у нас совокупляться не стал с призраком и со скелетом, и на этом спасибо. Так, братан, что-то какой-то слишком грустный, унылый говноед. О боже. Я слышу, там есть звуки, как будто что-то кто-то ремонтирует, но толку от этого никакого. Нажимаем создать, и у нас появляется специальная менюшка. Гладкоствольный карабин можно открыть. Готово. А, надо найти одну игрушечную машину и вентилятор. То есть, из Far Cry 4... Ой, Far Cry, господи. Из Fallout 4 у нас начинает вот такая вот перекачка разных интересностей в портативную версию Fallout Shelter. Это круто. Потому что я помню, что я находил, когда я играл в Fallout 4, там машинки, находил разные вентиляторы, то есть огромное количество хлама. Как мне это делать? Создать предмет гладкоствольный карабин. Давай сделаем. Хлам можно найти в ланчбоксах и в пустоши. Чертежи для создания можно найти на мертвых рейдерах и в пустоши также. Делайте из хлама оружие и костюмы в новых мастерских. Улучшай мастерские, чтобы создавать редкие легендарные предметы. Подсказочка. А по слухам, на окраинах пустоши можно найти легендарный хлам. Окей, будем знать. Вот такая тенденция развития игрушки мне нравится. Это уже интересно. Давно нужно было внести что-то новое, потому что Fallout Shelter, он интересен, но им надо заниматься. Так,
Так, что, Габриэл? Смотри, как он держит молоток, как ему похуй на происходящее. Братишка, чтоб тебе не было скучно, я сейчас посмотрю, кого можно, собственно, туда поставить. Давай тебя, может. А, тут у нас персепшн нужен, я понял, а кто у нас на пешечке сидит? Кто у нас на пешечке сидит, друзья мои? Так, сейчас посмотрим, это у нас что? Это у нас А, это у нас С. Я помню, у нас были ребята с персепшном хорошим. Надо будет просто их поискать. О, господи. Так, тут у нас ничего интересного. Ладно, пусть пока он будет там один, я предлагаю посмотреть, какие у нас еще появились комнаты. Это мы уберем и проверим. Едем дальше. У нас появилась мастерская костюмов. Открываем это дело, и стоит это 1200 коинов. Отправьте жителей сюда, чтобы создать костюм. Так. Построй лифт, чтобы начать строить. Оки-доки. Так у меня же лифчанский как бы есть с этой стороны, смотри. А, я понял, что ты хочешь. Я понял, игрушка, что ты от меня хочешь. Хопа. Но, кажется, на новую штуку нам особо не хватит. Так, сила, комната с тренажерами, оружейная мастерская костюмов. Так, есть же лифт, ёпты. Ладно, дерьмовая на самом деле тема у нас. Пум-пум-пум-пум. Смотри, что мы делаем. Мы убираем камень за 500, у меня денег уже катастрофически не хватает. Так, давай сделаем лифт. 950, сука, крышек. Появляется незнакомец. И появляются у нас еще сраные тараканы. Забираем коины. Ребята, проблемы, проблемы, у нас проблемы. Так, давай. Гвоздодер, гвоздомет и броня. Чудненько. Красопета, стоять. Стоям, бороднули моя. Братишка, так, мы тебя хилим. Я не понял, куда девчонка эта убежала. По идее, я думал, что она будет хоть как-то обороняться. Но эта сука просто ушла. Просто убежала. Так, таракашки, таракашечки. О, господи. Прости, братан, но как-то у тебя не... О, пришла, смотри, ёпты. Так, нормальная пушка. Вот теперь, я думаю, дела пойдут очень быстро. Давай бомби, бомби нахрен этих сраных тараканов. Так, еще один остается. И вроде как бы все. Слушайте, дамажит очень неплохо так. Ну, радиация все-таки дает о себе знать. Я надеюсь, что третья пипка у него не вырастет. Фух, готово. Тем не менее, собираем пожитки и пробуем построить дальше. Так, готово, полтораха. И здесь, в принципе, тоже. Так, что я сделал, что я не сделал? Я хотел прорыть еще один, мне не хватало деньжат на лифт. Делаем вот такую вот штуку, и теперь я могу полноценно строиться. Будь у меня бабло. Бабла у меня нет, значит, надо открывать ланчбоксы. Так, что бы нам такого открыть? 15 новых животинок, это, конечно, весело. А знаете, что мы сделаем? Давайте откроем 5 обычных за 4 бакса. Сейчас посмотрим, что из них выпадет. Так, 4 бакса, покупаем это дело и смотрим, что нам выпадет. В очереди слишком много жителей. Я понимаю, друзья мои, что слишком много жителей, а значит, надо избавляться. Пришло время избавляться, друзья мои, от вас. Господи, нет, доктора нам нужны. Чувствуешь странный запах? Это ты испугался, что тебя, видимо, выгонят и начал тут это самое? Портить нам аппетит? Такс, кого же нам выгнать, красавица моя? Ты прости, конечно, но пистолет я, пожалуй, заберу у тебя. Прощай, детка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно, спокуха. Давай, до свидания. Подожди, нет, неправильно, наверное, я с ней сделал. А хотя, почему неправильно? Сарделечка, давай. Мы с тобой очень многое пережили, но пора прощаться. Прощай. И заодно прекрасная возможность посмотреть, что же она нам скажет. Какие гадости мы сейчас прочитаем от нее. Она напоминает немножко бомбящих школьников. Так, что там? Ну что, что ты скажешь? Кстати, уже, по-моему, светает, нет? Немножко, нет, еще нет. Я думаю, что мы в этой серии с вами посмотрим рассветы, закаты и так далее. Бомбящее. Читаем, смотрим. Давай проясним одну вещь. Ты меня не прогоняешь, я ухожу по своей воле, сука! Как-то так примерно. Окейушки, одну мы выгнали, чудесно, но надо выгнать еще кого-то. Так, кто у нас холопы здесь? Ой, смотри, какие новые анимации добавили, кстати, у животных. Тиффани. У нее есть пудель, ее выгонять нельзя. У Рианы есть винтовка и КТ. Ее тоже выгонять нельзя. Там такие гласные звуки у нас. Я уверен, что есть пройдохи, которые ходят и нихера тут не делают. Например, эти работают, эти что-то делают. 8 уровень, засранец, а. Во, бородатый хер, смотри, Брайан Гоги.
Брайн-Гоги, прости, дружище, но придется тебя тоже избавиться. Знаешь, игра требует жертв, и я готов пойти на них. Пошли. Так, с Брайном Гоги мы сейчас распрощаемся, и можно, в принципе, еще кого-нибудь взять. Брательник, у тебя агилити очень плохо развита, поэтому мы тебе нет, я тебя выгонять не буду. А вот тебя я выгоню, сука. Давай. Поехали. Пока. Еще раз мы скажем тебе пока. Так, смотрим. Я смотрю, что тебе... Вот, бежит, смотри, один. Грустный какой, грустный. Бородатый мужик, что ж ты нам скажешь-то напоследок? Святой мать твою паладин. Спокойно. Можно было, конечно, избавиться от ребят, которые стоят у нас на входе. Тоже вариант хороший. Так, появился незнакомец. Появился незнакомец. Я покорю! Что-то там он покорить собрался, но нас это мало интересует. Так, деваха, видимо, тоже прибежала и сейчас будет прощаться. А нет, не деваха, парниша у нас. А, где ты, говноед? Нет у нас его. Смотри, уходит. Ой, телефон четко у нас вибрирует, показывает именно тот промежуток, когда появляется тот самый незнакомец. Пока, уроды! Пока, сукины дети! Мамку ебал! Ну, как-то так, наверное, он прощается у нас, а я тут заметил классную анимацию. Смотри, девчонки у нас занимаются атлетикой легкой. Если я соберу бейсбольную команду, ты к нам присоединишься? Конечно, присоединюсь! Но прежде надо открыть кейсы. Слишком много жителей в очереди! Ладно, говнюки. Так, что мне с вами делать? Запускаем и сразу же отправляем его обратно. Смотри, как это делается. Все очень четенько. Чувак даже не понял юмора. То есть его пригласили и сразу же пинком под задницу отшили. Братишка Джордан Тейлор. Джордан, заходи. Джордан, прощай. Джордан, ты нам, увы, не подходишь. Нет, тебя я оставлю, а Кристиан Мюррей у нас тоже. Нет, она прикольная, мне нравится. Мамочка, чернокожая Кристин Вебстер, черт возьми. Ральф. Прости, Ральф, но придется тебя послать на три буквы. Ральфи, пока. О, уходи, Ральфи. Это самое безбожное, наверное, что мы делали. Это нелепо, ты хотя бы знаешь, насколько я важная персона. Это не ты играл в Стартреке, потому что прическа, как у Кобзона, очень похожая. Так, с этими засранцами мы расправились, давайте смотреть дальше. Открываем это дело и смотрим, что нам попадется нового в этих кейсах. Ребятки, добавили попугаев, я совсем забыл, я вам тоже это дело покажу сейчас. Так, нужна водичка, камера, смотри, что у нас есть. Новые ништяки, револьвер и Коко! Коко Шанель, какая-нибудь няшная котейка. Раньше нужно было открывать конкретно, допустим, кейсы с питомцами, чтобы они выпадали. Сейчас в ланчбоксах выпадает все подряд. Это хорошо. Это заебительски круто. Крышки. Одежда. Чудо-клей у нас попадается. Энергия. И стало, кстати, на одну карточку больше. По-моему, раньше было 4, а сейчас вроде 5. Так, и что ты нам покажешь? Что-то классное. Золотые часы. Ништячок. Крышки. Вода. И костюм хирурга. Абиссинская кошка. Сопротивление урону 22%. Едем дальше. Открываем ништяки. Фу, микроскоп. Как на уроке биологии, мать твою. Пища. Что у нас? Крышечки. И редкая вещь еще одна. Свинцоплюй. Свинцоплюй, друзья мои. 19-24 урона. Это охрененно круто. Еще одна редкая вещь. Давай. Мистер Барк. Нам попался мистер Барк, житель. Обалденно. Мне очень нравится то, что я сегодня получил в кейсах. И если вам нравится, не забывайте ставить пальцы вверх. Обнова крутая, это я вам сразу говорю. Мы еще с вами даже половину не посмотрели. Так называемое удовольствие нужно растягивать. Гвоздомет и крышки. Отлично. Так, сейчас я хочу построиться. Так, это дело забираем, забираем, смотрим. Воу, появился где-то этот самый засранец. Где ж ты, сука, появился? Пока его не слышно. В игре, кстати, иногда пропадает звук. А есть такая хурма. Видишь, он пропал, потом обратно появился. И непонятно, с чем это связано. Готово. Я готов строить. Лаборатория, комната с тренажерами, оружейная комната, классная комната. А, отправьте сюда жителей, чтобы создать костюмы. Давайте попробуем. Хоп. Готово. И что ты мне скажешь? Как эта штука работает? Мастерская костюмов. Давайте хотя бы посмотрим более-менее. Вон там есть костюмчик. Воу, тихо-тихо-тихо-тихо.
Тихонечко. Обалдеть можно. Так, нужно кого-то сюда пригласить, чтобы он у нас, собственно, работал. А знаете, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем с вами очень хорошую штуку. Игра, кстати, начала опять фризить, это не круто ни хрена. Так, готово. Давай-ка мы тебя, мистер, примем. Вот так вот. Давай-давай, в самый-самый-самый низ, самое днище, так сказать, нашего убежища. Готово. Пускай пока будет здесь, и можно, в принципе, было бы и тебя, наверное, сюда призвать, самое. Взять. Какой крутой чувак! Если будем и дальше углублять убежище, то когда-нибудь доберемся до Китая. Окей. Так. Самое интересное, что это еще не все. То есть сейчас я думаю, что мы уберем, наверное, вот этот камешек. Убираем его. Здесь я поставлю еще один лифт, и мы посмотрим, что там еще открылось. То есть есть три новых комнаты. Так, лифчанский. Давай сделаем вот сюда вот. 711 мне маловато, конечно. Для того, чтобы творить, давайте я хоть посмотрю, что там у нас еще доступно для строительства новое. Давай, родной, давай. Так, зал, фитнес, парикмахерская, друзья мои. У нас доступно, стоит 10 тысяч. Назначайте жителей сюда, чтобы изменить их облик. Я думаю, что парикмахерскую мы оставим на следующий ролик, потому что у меня столько денег просто физически нет. А тем временем у нигеров какое-то веселье. Тут сгорело все нахрен. Охренеть можно. Так, спокойно. Пока они там тушат, надо собирать пожиточки, смотреть, что у нас и как. Так, забирай, забирай скорее. Готово. Пам-пара-бам-бам. Пам-пара-бам-бам. И все хорошо. Фух. Насобирал немножко по сусекам я около 1000 коинов. Это маловато на самом-то деле. Это очень-очень мало. Так, братиш, что у тебя? Ох, ты ж мать моя женщина. У тебя все очень круто. Тебе надо дать кота. Тебе надо дать какого-нибудь классного котика. Крышки из пустоши, здоровье плюс 33%, опыт. Давайте опыт. У тебя будет боксер, ты будешь очень опытным чуваком. Что у нас есть? Форма братства стали. Это дело открывается, и я могу его скрафтить. Чудненько, он пошел что-то варганить, видимо. Смотри, пошел, пошел, пошел. Ах, молодец какой, а. Так. Смотри, что делает песик, а. Если бы была бы сейчас камера, можно было бы снять и выложить на YouTube. Так, брательник работает, притом очень активно это делает. Внимание, форму братства вы получили. Вы получите назад весь потраченный хлам, но лишь часть. А, лишитесь части крышек, нет. То есть мне нужно ждать. То есть примерно час времени уйдет на создание этой самой формы. Оки-доки, будем знать. Так, это не расширяется. Что у нас еще? Я обещал вам показать попугая. Сейчас я покажу, в принципе, будет нормально. А тут как дела у нас? Так, у Габриэля все плохо, он целый час будет там собирать оружие. Так, тайный засранец снова где-то появился. Может быть, мощность вибрации тоже как-то влияет, но я ее, честно сказать, пока не вижу. Хоть убей! Так, чуха, кого-то позвали. Ширли Мырли, блин, Ширли Симмонс у нас. Хрена себе. Кстати, у нас по-прежнему ночь, и это дело у нас не проходит. Я-то думал, будет какой-нибудь рассвет у нас, такие дела. Так, оживить за 1000. Ух ты ж, мать моя женщина. Джонс у нас погиб и нашел машинку, смотри, игрушечная машина. Чертеж легендарного костюма. Вот эти вещи очень хотелось бы забрать, но у нас небольшой дефицит с деньгами, поэтому мы можем просто посмотреть. Так, разные ништяки, легендарное оружие, все это находится у нас в пустошах. Чертеж редкого оружия тоже есть. Обалдеть, а? 21 день, 42 дня он гулял. Ё-моё, какие пушки. Черт, я теперь точно знаю, чем я займусь в следующем ролике. Мы будем оживлять наших ребят и будем их звать домой. Я очень надеюсь, что они у нас проснутся, так сказать, если это можно, конечно, так выражаться. И в целости и сохранности придут домой и принесут нам кучу разного интересного лута. Так, готово. Готово. 945. Да, друзья мои, делать это, конечно, нам придется очень долго. Я имею в виду крафтить бабло. Так, спокойно, спокойно. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте посмотрим, что у нас еще из кейсов есть. Так, животина. Я думаю, что мы откроем сейчас 5 разных животных кейсов. Там должны быть у нас попугаи, насколько я понял. Сейчас проверим это дело. Так, все дело я купил. Чудненько, поехали дальше. Открываем. О, песик, привет, песик.
Очень надеюсь, что выпадет нам какой-нибудь классный попугайчик, мы назовем его Арой. Давай, поехали. Поехали. Котики! Котик у нас веслоухий кот, смотри, какой няшный. Шотландская веслоухая, как говорится, кошечка. Чудненько, едем дальше. Опа, сиамская у нас попалась. Прекрасно. Сиамская КТ. Что у нас еще выпадет? Опа, собака у нас уж такая есть. Так, мистер боксер, с вами шутки явно плохи. Ну, попугая, давайте под конец эпичненько так. КТ попался. Мур-мур, вот именно что мур, кардиган у нас. Чудненько. Так, здесь у нас все. Слушай, а где ж попугаи-то у нас были? Так, животинка, тут у нас мистер Хензи и прочие ништяки. Ладно, я думаю, что попугай нам выпадет как раз в следующий раз. Так-с, целый час, твою мать. Фу, как-то все это дело очень долго происходит, но я думаю, что проблема в том, что у нас там мало жителей, то есть надо побольше ребят туда запхать, чтобы они у нас работали продуктивно. Блин, убежище, конечно, колоссальное, друзья мои. Очень-очень много всего. Так, с этим делом все понятно. Блин, сколько у нас тут жести. Я, честно, у меня аж голова пухнет количество. Я теперь понимаю, чего телефон так глючит. Вы посмотрите на эти объемы, это ж охренеть как много. У нас, кстати, по-прежнему ночь, и появился тайный незнакомец. То есть, никаких намеков, где конкретно, у нас как бы нет, это печалит. Засранец, где же ты? Сучёныш, где-то прячется, и хер его найдешь на самом деле. Так, давайте решим, кого мы сюда можем еще позвать. Так, с Ашечкой у нас ребята были, я помню, занимались, по-моему, наверху. Вот здесь, если не ошибаюсь, да. Так, братан, а ну-ка давай, сейчас мы тебя направим куда нужно. Тихо-тихо, спокойно, прям самый-самый-самый низ. Агилити десятка, чудесно. Тихо, как... не надо мне камень разбивать, у меня и так деньжат не особо шибко много. Так, сдавай сюда. Ох, как девочка там скачет, смотри, что творят, а. Анна как-то слабовата, а вот Джо Харди или Харди, его можно взять. Так, полетели. Самый-самый низ, давай сюда. Готово. Делаем все аккуратно, потому что игра, кстати, еще имеет такую привычку иногда вылетать. Это очень не круто. Слушай, родная моя, я, конечно, все понимаю. Лиза, 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 Лиза. Поехали, Лиза. Поехали. Сейчас мы наберем ребят. Я надеюсь, что скорость создания предметов от этого должна увеличиться. Еще одна гильдия. 1 час и 10 минут. На самом деле, как бы прогресса в этом плане не наблюдаю. Все так же плохо пока, как есть. Так, давай сюда. Готово. Пам-пара-бам-бам. Самое главное, что нам, слава богу, рейдеры не прибегают. Потому что я бы, наверное, сейчас запарился с ними воевать. Готово. Так, давай вот так вот сделаем. Отлично. Фух. Что мне с вами делать, друзья мои? Кто-то прибежал, смотри. Смотри, какой баратан эпичный. Так, продать обычные предметы. Давай продадим. И у нас остаются редкие классные ништяки. То есть он прибежал у нас, получается, до этого. И редких вещей новых из обновления не собрал. Ой, как хорошо-то, дружище, ты мой хороший. Собираем ништяки, и сейчас мы пошлем тебя обратно. Так-с, я смотрю, что у нас как-то утро наступать не особо хочет. Либо здесь учитывается реальное время. То есть я играю вечером, как бы, естественно, что игра подстраивается, наверное, под мое время. Есть такой вариант тоже, кстати. Давай, братиш. Заходи, как говорится. Не стесняйся, чувствуй себя как дома. Ну, он долго здесь, собственно, простаивать не будет. Мы его сразу отсылаем обратно. Даем ему кучу ништяков. И заранее, конечно, надо было вылечить его. Давай, 10 таких, 10 таких и разведка. Все, дружище, пока-пока мы тебе снова говорим. Удачи тебе в пустоши. Так, у меня есть 4000. Кстати, можно было бы оживить наших ребят, чтобы они шли обратно. Ты кто такой вообще? Че за махараджа? Кайл Найт у нас есть. Ты смотри, это рейдер, что ли? У него рейдерская броня, учите. Ого, все уничтожено. Так, а знаешь, что я сделаю? Я оживлю тебя, пожалуй, и отозву обратно. Так, с тобой то же самое придется делать. Отлично. Так, Пайпер, давай-ка назад. В следующей серии, я надеюсь, что ты уже прибежишь.
Супермутант-босс — один из самых сильных супермутантов. Житель умер в пустоши. Дерьмово. Так, отзываем обратно. Брательничек, давай оживляем и обратно. Фридо... А я не помню, и мы Фридога разве так одевали? Чё-то, по-моему, у него другой костюм был. Ладно. Так, все. С этими вроде бы разобрались. Конечно, мы потратили на это тупо все деньги. У нас было 4000, сукины дети! Грёбаные когти смерти! Тихо, 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 спокойно, родной мой, спокуха. Ой, блядство-то какое... А где этот самый святой паладин? Какого хера? Где святой паладин? Японский ты, блядь. Ладно, спокойно, ребят, спокойно, воюем. Понимаю, что дерьмово, но попытаться стоит. Давай, мистер Хэнди, гандонь, ублюдков, гандонь их! Давай же! Давай же, твою мать! О, господи, господи Иисусе! Что происходит, а? Ты смотри. Безумие, у нас коты, собаки, все попрятались нахуй. Ладно. Бомби, цыпуля, бомби. Цыпочка, бомби, засранцев. Так, давай, роднуля моя. Лечим, хилим. Я не знаю, что это происходит у нас. Ну, хоть одного убить же можно. Бам-бам-бам, у нас там музыка заиграла. Засранец, ты видишь, что у нас большие проблемы. Давай быстрее. Быстро, быстро же. Собаки, кошки, блять, это полный пиздец, друзья мои. Так, что-то они тут завтыкали немного. Давай, 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 засранец, давай ты тоже. Беги, 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 беги. Сука, бомбят же, ёпта. Так, родной, давай, 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 активненько, активненько. Активно, гандоны. Вот, одного завалили, и они начинают втыкать стоять. Чё ты тут делаешь, твою мать? Чё у вас за втык такой? О, господи. С вами только сыром срать нужно, а не Fallout играть. Давай, стреляй быстрее, сука крашеная. Гандонь же. Разрушают же, убивают. Чё ты лыбишься, кретин, блядь? Чего вы улыбаетесь все? Все, перебили? Конечно, перебили, да. Давай, давай, родной мой, давай же. Так, братиш, тебе надо дать оружие хорошее. Свинцоплюй, блядь. Сейчас ты со свинцоплюя покажешь, где мраки зимуют. Давай, 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 давай. Ну же! Хоть одного убейте еще. Давай, 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 пошла, пошла, родная, пошла. Отлично, с одним расправились. И со вторым, кстати, тоже. Фух, это было жестко. Это было что-то с чем-то. Так, свинцоплюй, давай-ка на базу. А возьми-ка гвоздомет. Хорошо. А я не вижу, я с них что-то собрал, нет? По-моему, нет. Печаль, беда. Ух, ребятки, я думаю, что первую часть обновления мы здесь, наверное, закончим. Я немножко деньжат подкоплю, чтобы можно было купить, посмотреть парикмахерскую. И проверим, собственно, в следующем ролике уже, наверное, попугая. Посмотрим, когда прибегут наши ребята с новым лутом. И, наконец-то, наши текущие вещи, которые мы крафтим, я думаю, что закончатся. То есть там примерно час времени нужно ждать. Я думал, что быстрее будет происходить все. Но, как видите, все очень долго. Час и 29 минут. Полтора часа. Полтора, мать его, часа. 45 минут. Ребятушки будут работать. Оки-доки. Вот такой у нас Fallout Shelter получился. Очень все круто, очень даже неплохо. Мне лично нравится. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока. Так где ж ты, ёпта?